ما شاء الله. Шейх Аль-Мудин. Это что за сказочный дворец? Это дом нашего дорогого шейха Абдул Мухсин Аль-Касым, имама Хатиба, мечеть пророка. Ма шаа Аллах, вот на заднем фоне наш шейх. Ма шаа Аллах. И ваш отец тоже здесь. Алхамдулиллях. Рады, что вы с нами здесь. Ма шаа Аллах, ма шаа Аллах. Искренне благодарю. Сад прекрасный просто, сад. А по какому поводу встреч с шейхами? Ну, как сказать? Большая делегация из России большая приехала. Делегация из России, в первую очередь, это наше братство и любовь ради Аллаха Субхану ва Тааля, который стал причиной, да, для вот этой благой собрания, благого маджлиса такого. А почему шейх Абдул Мухсин принимает такое количество простых людей? Ни министров, ни президентов. Зовет домой простых людей. Шейх Абдул Мухсин, Касым Хафизаллах, он отличается как бы, да, качеством скромности очень. Машалла, машалла. Простотой. Благодарим Аллаха, поприветствовал посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, и говорит нашим уважаемым дорогим гостям, добро пожаловать в моем доме. Аллах Субхана ва Тааля, анам алейкум бинаам катира. وكنا في السابق كما يحدثكم أيضا آباؤكم بأن لا أحد منكم يستطيع أن يذهب إلى الحج أو العمرة. الحمد لله الله سبحانه وتعالى دل الله много милости. То есть раньше, как я мы знали из вас, как говорили ваши родители, отцы, никто не мог приехать на эти земли совершить хадж или умру. ولا من الله عز وجل عليكم بتيسير السفر وتأدية المناسك العمرة وكذا الحج جهرا علانية بل في كل البلد يرحبون بكم لأنكم مسلمون. Аллах Субхану ва Тааля дал вам возможность, поменял ваше положение. Сегодня вы можете в любое время приехать на совершение умры и хаджа и не скрывать это от других людей. Наоборот, Аль-Хамдулиллах, можете оповестить, что вы мусульмане, не боясь этого на сегодняшний день в любой точке мира. كنا في السابق نتمنى أن نرى أبناء وأحفاد أئمة الحديث في الإسلام مثل البخاري ومثل الإمام مسلم ومثل ابن ماجه وكلهم من تلك الديار في جهاتكم والحمد لله رأيناكم И всегда, когда мы читали про имам Бухари, имам Муслим, ибн Маджа, что мы всегда смотрели, хотели увидеть, то есть кто это такие, они же из этих территорий, там, где живете вы, и хотели встретиться с их детьми, с их внуками. Альхамдулиллах, сегодня вы приехали ко мне домой, мы к вам приехали, увидели правнуков вот этих великих ученых. То есть вы, может быть, это не прочувствуете в своих сердцах, но однако, когда говорится о вас, люди на вас смотрят как на правнуков, потомство больших ученых, потому что ваши прапрапрадеды – великие ученые. И также, когда на вас смотрят люди, вот мы на вас смотрим, вас любим ради Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, потому что видели, как вы до вас дошел ислам, как вы держите ислам, как вы любите ислам, поэтому мы вас любим тоже так же. المسلمون يحبونكم لأمرين الأمر الأول لأنكم الحمد لله تحضروا عليكم الإسلام في بلادكم من أجل إسلامكم والمحبة الثانية يحبونكم لأن أباءكم علماء ويجلونكم بذلك ونحن نحبكم مرتين ما بس любим двойнее الحمد لله почему потому что первое то что вы мусульмане очень сильно любите ислам الحمد لله и второе то что ваши прапрапрадеды, великие ученые были, как имам Бухари, и вы их потомство, поэтому мы вас по двум причинам любим. Первая причина, то, что вы ислам любите ислам мусульмане, второе, то, что ваши деды великие ученые. Шейх говорит то, что вы не чувствуете это, но однако, когда мы смотрим на вас, мы вспоминаем вот какие были вот эти ваши отцы, как имам Бухари, какими были примерно, как выглядели, какие волосы, какого цвета глаза, примерно как глаза, какое телосложение. И начинаем вспоминать их и любим вас, но вы это сами не чувствуете, но однако мы так на вас смотрим. Также, альхамдулиллах, вы являетесь примером для других людей, потому что на вас смотрят люди, альхамдулиллах, как на правнуков, так и вот этих великих ученых и смотрят на ваш нрав, как вы себя ведете, ваше поведение. И вы должны, альхамдулиллах, благодарить Аллаха за эту милость, потому что Аллах Субхану вам много милости дал, и она изменилась вот это, о чем я сейчас сказал.
كان أجدادكم لا يستطيع أحد أن يذهب إلى الحج إلا خوفية وحين علموا به يقتلونه. Вспомните, на ваши деды не смогли сюда раньше приехать, Баба Ларгас, боялись, что по дороге их убьют и не выпустят обратно, не запустят. من الله عز وجل عليكم ووصلتم إلى المدينة ورأيتم المسلمين من جميع الجنسيات وأن عبادتكم التي تدونها في روسيا هي عبادة كما تدونها هنا صحيح عليكم ولفظ الكتاب والسنة. الحمد لله توصلوا приехали сюда, الحمد لله и смогли увидеть, الحمد لله, эти места и поклоняться Аллаху سبحانه وتعالى так положено поклоняться согласно Корану и Сунне. والله سبحانه وتعالى من عليكم أيضا بأن من عهد الصحابة عن المتابعين مكثوا سنين طويلة وهم يحاولون وقتلوا وقتل منهم كثير ليدخلوا إلى بلادكم ونشر الإسلام. فالله سبحانه وتعالى استشهد بفضل استشهد كثير من المسلمين من أهل المدينة ومن غير المدينة من أجل أن ينشر الإسلام بفضله سبحانه وتعالى في بلادكم في روسيا. Когда мы посетили места, вот эти, где сходили сподвижники, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане приходили с религией Аллаха, были много битв, много людей погибли на этих войнах. Разве Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, чтобы сегодня до вас дошла религия Аллаха Субхана ва Тааля. قبل أن تأتوا لينشروا الإسلام في دياركم. То есть посмотреть в Медине так много было потери крови, да? Сюда الحمد لله много, الحمد لله ислам, الحمد لله сюда Коран спасался в этих, на этих землях. А у вас до того, как вам еще пошел ислам, да, более 20 тысяч человек погибло на пути Аллаха Субхана ва Тааля. ولما فتح عندكم الحمد لله الإسلام في فترة وجيزة في 20 سنة أو 30 سنة الماضية سبقتم من كان الإسلام عندهم من قديم فأنشأتم مسابقة حفظ القرآن العالم يأتي إليكم يتسابقون القرآن في وسط بلدكم الذي كان يقتل فيه من يقرأ القرآن ولو خفيا. الحمد لله سبحانه وتعالى великую милость дал, потому что 30 лет примерно назад только Советский Союз распал, был коммунизм, но вы за это время много могли сделать, потому что الحمد لله я к вам приехал в страну, и вы провели там конкурс с Кораном международного уровня со всего мира мусульмане, самые лучшие все Кораны приехали куда-то, а к вам в Москву и там читали Коран. Это великая, великая победа. И когда мы, الحمد لله, шейхом ездили с точки зрения религии, с точки зрения Дания, Аллах Субхану вам много тоже дал, когда много большие столы нам, как в Дагестане, например, накрывали или под Москвой, и говорили, кушай, это все здесь растет, мы ниоткуда не привозим. Еда полностью там, овощи, фрукты, все это местное. Аллах ман алейкум би ни'мати ад-дин ва ни'мати ад-дунья. Мимма йастауджиб аш-шукр алейкум бид-дат антум актар ва актар. И Аллах Субхану Тааля вам дал две милости, религиозного характера милости, альхамдулилля, вы впереди. И с точки зрения дунья, Аллах Тааля вам тоже с этой жизни дал много что. الحمد لله у вас ничего, в основном все местное, непривозное. Вот за эти Аллах Та'аля благодарите отдельно много-много, вы должны благодарить Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. ولو كان آباؤكم ستقولون لهم الذين كانوا يقرؤون القرآن في الأقبية تحت الأرض بأننا سندرس في المسجد النبوي عن طريق أونلاين لا يصدقون لأنهم يحاربون أن يقرأ القرآن حتى تحت الأقبية حتى لا يستطيع قراءة القرآن مع جاره. أنتم تقرؤون القرآن تستطيعون أن تقرؤون مع المسجد النبوي مباشرة. Если бы вы это рассказали своим дедушкам, сейчас про дедушкам, то что придет время, Баба Ларгас, когда мы сможем читать Коран и напрямую сдавать в мечеть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они бы не поверили. Они потому что прятались в подвалах и читали Коран как могли. Если вы сказали, что придет такое время, они не поверили бы это. وطريقة تعليم القرآن في أونلاين وأنت في سيارتك أو في بيتك أو مكتبك تضع في أذنك السماعات وتقرأ ومعلم صحيح في القرآن. Представляешь, ты ешь за рулем, читаешь Коран, сдаешь. У тебя здесь маленький наушник, а шейх сидит в мечети, просто важно тебя поправляет, а тут надо поправить, тут так сделать, тут не. Какая милость Аллаха. И альхамдулилля, еще раз большое спасибо вам. Иншаллах, да, Аллах, в будущем еще раз вас увижу у себя в гостях и увижу ваших детей из хафизов Корана, иншаллах, что были ваши дети, иншаллах. Мумтаз. Гости уже расходятся. Видите, какой прекрасный вечер провели. Альхамдулилля.